Выставка Китайской национальной академии живописи открылась в Могилеве. В экспозиции представлены около 40 произведений известных китайских художников. Несмотря на то, что все авторы являются представителями современного китайского искусства, в их работах можно разглядеть и стиль старого Китая. Экспозиция представляет собой работы, выполненные в стиле древней живописи при помощи воды и туши. С помощью кисти и мастера старались продемонстрировать на полотнах не только свой эмоциональный мир, но культуру и творчество своей страны, тем самым дать возможность с другим народом познакомиться с ней. Сотрудничество и обмен в сфере культуры тоже стало оживленным фактором, который позволит взаимно познать культуру на более глубоком уровне и сблизить народы и укрепить дружбу и доверие между народами Китая и Беларуси. Китайское искусство обширно и многогранно. Что же касается живописи этой страны, ей насчитывается уже более 5000 лет. Могилевчанам не впервые приходится знакомиться с китайским искусством. Представители этой страны являются постоянными участниками всевозможных пленэров в нашем городе. В фондах музея Павла Масленникова уже есть работы китайских мастеров. И в будущем сотрудники музея планируют открыть небольшой зал искусства Востока, в котором будет представлена и китайская культура. Приоткрыть для себя мир Поднебесной можно уже сейчас. Экспозиция «Китайский стиль. Выставка портретной живописи тушью» будет работать в музее Павла Масленникова до 13 мая. Алина Бабурко, Евгений Тюльков, 2 канал.